торжественный момент. Дело в том, что сегодня последний матч в судейской карьере отсудил арбитр международной категории Сергей Буланов. Давайте отметим этот момент. Вот нам показывают Сергея Буланова, который завершил свою судейскую карьеру проведением этого финального матча. И, видимо, займет в ближайшее время инспекторское место за столиком. В газету «Правда» 47-го года завернули подарок главному арбитру этой встречи. Хорошо. Но мы переходим к церемонии награждения и начнем мы церемонию награждения с индивидуальных призов. Индивидуальные призы вручает двукратная олимпийская чемпионка Ольга Федоровна Костылева. Итак, лучший разыгрывающий так, лучший разыгрывающий 2014 становится Ника Парень Спарта ФК. Ну вот, из Спарта НК выбрали лучшую разыгрывающую турнира. Ей стала Ника Барич. Давайте еще громче аплодируем индивидуального игрока. Ну, передача, я могу предположить, что она действительно раздала больше всех. И играла, между прочим, в маске весь этот турнир. Магдалена Зейтара за результативный сегодняшний бронзовый матч, где она набрала, по-моему, 17 очков, становится лучшим атакующим защитником. В эту компанию, видимо, не попадет Диана Нолан, но ее ждет приз MVP турнира. Или все-таки Диана Нолан? Ольга Артешина! Ольгу Артешину! За стабильно проведенный турнир тоже действительно и в защите, и в нападении. Всегда на своем месте была Ольга, ни одного провала. Заслуженно. Хотя список был игроков из 10, наверное. Эвелину Кобрин сделали лучше центровой, ну потому что фактически два матча тоже на очень высокой ноте. Наталья Виеру не нашлось места в этой компании. А, лучше нападающая Кобрин. Наталья Виеру. Ну и лучших игроков все-таки не хватило пятерки. Не хватило пальцев одной руки. Диана Нолан, конечно. Здесь без вопросов. Видите, замотанная льдом кисть. Спрятала она ее так хитро за спину. Но мы все с вами увидели. Браво! Браво, Диана Нолан. А ведь были еще блестящая нападающая Месман, бельгийка в составе Спарты, немка Бар. В составе Good Angels Кошица. Итак, за четвертое место. Памятными медалями награждается команда Good Angels. Да, и иронический смех среди игроков Кошица. Не ждали они медалей. Но сегодня Кривачевич сыграла более-менее. Нет, вы будете смеяться, не деревянный. Награждаем всех технических комиссий Европы Сергей Михайлович Фомин
и судья международной категории Александр Константинович Ковшов. За третье место на Кубке УГМК 2014 награждается команда «Спарта НК» город Витебск. «Спарта НК» получает заслуженные бронзовые медали сегодня в отчаянном матче за третье место. Вырвана эта победа. И забросила, в общем-то, этот решающий мяч с игры. Скромно провевшая турнир. Вот это самая Екатерина Федоренкова, которая сейчас награждает Александр Горшков. И сейчас аплодируем бронзовую награду турнира. Колосовская, Намок, Киселева. И прекрасно сыгравшая сегодня в матче за третье место Мария Черепанова. 21 очко. Мария Вадеева. Первый взрослый приз такой в карьере. Серебряные награды турнира вручает вице-президент баскетбольного клуба УГМК, коммерческий директор Уральской горно-металлургической компании Игорь Геннадьевич Кудряшкин и судья международной категории Александр Константинович Горшков. Итак, серебряные медали турнира. Награждается команда «Надежда» Оренбургская область. «Надежда» из Оренбуржья получает бронзовые медали турнира. Тоже очень непростой был полуфинал, в котором с перевесом в 4 очка «Надежда» победила «Кошице». Очень-очень ровные результаты, хорошая борьба. И те, кто хотел увидеть в игре российских игроков в составе «Надежды» здесь, и Бурик, и Волкова, и Марина Кузина, те, кто выступали за ГУМК, которых здесь очень любят. Вот так выглядят медали памятные на турнире в честь 15-летия ГУМК. Президент баскетбольного клуба ГУМК Андрей Анатольевич Козицын и член технической комиссии ФИБА Европа Сергей Геннадьевич Фомин. Ну что ж, медали УГМК получает уже на пьедестале. Они медали с золотым отливом. Первый приз сезона. Мария Степанова в этом турнире участия не принимала, но поправится и все будет в порядке. Вот Альба Торренс не зря приехала. К шапочному разбору успела. Хорошо, что есть монитор у нас. Все-таки видим мы товар лицом. Потому что с нашей комментаторской позиции не очень удобно наблюдать. Эвелина Кобрин, Татьяна Попова и Наталья Анойкина. Это, что называется, золотые медали вручены. Как заявка на будущее. Как есть к чему стремиться. Это очередная большая победа. Большой команды. Главный приз в центральном круге. Тренерский штаб награжден
так выглядит Кубок ОГМК 2014 года. Капитан команды Мария Степанова получает. И такой золотой снегопад. Сегодня первый день снег пошел на Урале. Пока чемпионы Кубка УГМК 2014 года. Так, перефразируя песню группы Queen. Ну и нам остается Андрею Лукьянову, Дмитрию Гороненко, режиссеру нашей трансляции Александру Аветисяну огромное спасибо. Попрощаться с вами до скорых баскетбольных встреч. Уже в начале следующей недели ждем вас на старте Еврокубка с участием Локомотива из Краснодара. Ну а пока поздравляем УГМК. И уходим ненадолго из баскетбольного эфира. Мы к вам обязательно вернемся. Всем спасибо, все свободны.